Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение. Так что здесь будет двухпрограммное, скажем, лечение. Опорно-двигательный аппарат и параллельно-сосудистая система. Во время сеанса будут сняты болевые ощущения. Понятно, что боль отвлекает, боль мешает, боль изнуряет нас. Поэтому этот сеанс не имеет противопоказаний. В нем будет программа гармонизации всех процессов в организме. Это значит, что можно принимать людям с самыми различными заболеваниями. Да? Не имеет противопоказаний ни возрастных, ни по заболеваниям. Его можно принимать всем. Срок действия этого сеанса – год с момента приобретения. Сколько бы вы ни принимали сеансов, сколько бы человек ни лечилось, он не теряет своих свойств. Единственное, когда он теряет полностью лечебные свойства, это при перезаписи на другую кассету. Поэтому не перезаписывайте, не рискуйте. Итак, подготовились, сели поудобнее, расслабились, закрыли глаза. Начали. Способен прочитать твои мысли. Если тебе не сдобровать, а не плохие если. Убиваться и жалеть будешь после. И об этом я узнаю тоже, ведь я читаю мысли. Я знаю все тайны. Я изничтожу тебя, только повод дай мне. И ты его дал мне. Я ныряю в тебя же, твои же камни. Воспринимаю это свойство как божий дар. Стоит ли тебе беспокоиться, о боже, да. Мои способности дают неограниченную власть над всеми, в том числе и над тобою, Вась. Я залезаю без палива в твой жалкий разум. Все, что ты подумал когда-либо, я вижу разом. Я вижу все твои планы и замыслы. Их вид мне неприятен, как подмышечные заросли. Я изучаю твою карту двух полушарий. Я что-то типа моряка, тут я в этом шарю. Я пересек не одну тысячу экваторов. Если развивать эту романтичную метафору, я делюсь с тобой твоим же грязным бельем, открывая тебе подлое нутро твое. А ты стоишь передо мною, дрожа губками. Я тебя лениво разбираю, как пакет с покупками. Я способен прочитать твои мысли. Тебе не собрать, они плохие если. Убиваться и жалеть будешь после. И об этом я узнаю тоже, ведь я читаю мысли. Я знаю все тайны. Я изничтожу тебя, ты только повод дай мне. И ты его дал мне. Я швыряю в тебя же твои же камни. Ты скрываешься за маской благодушия. Пытаешься понравиться не нужно. Я прекрасно разглядел всю твою ненависть, досаду и презрение ко мне. Это стандартный набор вполне. Вот сейчас ты начнешь юлить и мямлить. Мне противна твоя ложь, уйди от меня, блядь. Ты никчемный, жалкий лицемер, таких как ты я видел сотни. Соберись и утри сопли. Я отлично изучил ваши горе и интриги. Для меня вы все зачитанные в детстве книги. Я знаю, что будет в конце и не особо слежу за сюжетом. Всем привет, мы маленькие любители автомобилей. Сегодня поговорим о такой проблеме, как педофилии в России. Поговорим о такой проблеме. Я считаю, что в России педофилы наравне с пидорасами. Они не должны педофилы наравне с пидорасами существовать в России. Потому что они обуза системы. А должны существовать политически грамотные, должны существовать грамотные люди. Нагло стриженные люди. Ну и в принципе, они должны двигаться, как я. Адидас? Они должны двигаться, как я. Адидас? Я охуенный. Посмотрите на мой лоб. Я охуенный. Вы можете узреть. Мать брать тело узреть. И мне бруфи брать. А у меня еще есть решеточка. А у меня еще решеточка. Бля! Ай-яй-яй, какой плохой мальчик, что он делает, ай-яй-яй. Оп, а кто же это? Бэтмен!
спорный вопрос я решал обычно ножом. Лезет в маршрутку с еблом прокаженным, лицо без гражданства и национальности. Я ей жопу лизал, говорю банальности. Окончилось тем, что разбил ебальник на морозе в подмосковном Жуковском. Стекал по штанине понос, по усам стекали желтые сопли. Меня пиздили гопники. Попросили купить батл Клинского. Что будем делать, если встала пиписка? Между влюбленными главное это искренность. Между пиздой и жопой волос небритых горсть. Я пришел с самотыком к вам в гости. Закусывал водку килькой в томате. Посменная работа на мясном комбинате. Мусора вынесли дверь в палисаднике. Они долбоебы, они любят сосать. Весь мир это ад, а люди в нем тлен. У меня фимоз полового члена, а также... Звукорежиссер приходит в церковь. Хочу чего-нибудь сказать. Ставь свечки, горит, подходит, садится. Встает на колени, складывает руки, закрывает глаза и говорит. Складывает руки, закрывает глаза и говорит. Томми Версетти, фирменном берете, бери беретту. Иди к лазету в клозете, за розу зиму как йети. Забросил в аудишн куплетик, на выходе сладкий хлебушек. Дети играли в камушки, но их с калашами прогнали. Ребята, погнали. В кафе Вероничка, распродажа анальных свечек. К чему бы мне снился Игорек Сечин? Опять дышать бензином, производство Роснефти. Опять класть деньги, чтобы повысить маме ВКонтакте рейтинг. Я завариваю гости, старый чайный пакетик. У тебя есть четверка Кент или это просто маркетинг? В детстве я сидел в железной ракете, я хейтер. Я делаю себе на зиму прутики. Фамилия Кутиков, хотите анекдот про волка? Господи, ты слышишь меня? Будете ждать долго. Мешает устроиться в ФСБ тюремная наколка. Но на Гришаева алкаша по карманам шарила я прошаренный. Люблю, когда сырки подтаяли. Ты из Нальчика? Ну так давай скинемся на оградку актеру Панину. На похоронах бабки глушил конину. Ты взял кредит, чтобы устроиться старушкой Рименко. Я в ремиссии. Ласково называешь свою девушку Пися. Или просто ставишь киоски в Сим-Сити. Но скоро придется решить, где Самсы или Сиги. А мы из Киева. Зачем-то спицы проткнул миниски Руслан Пименов. Господи, бросается. Ты слышишь меня? Складывает руки, закрывает глаза и говорит: Господи, ты слышишь меня? Господи, ты слышишь меня? Слышишь меня? Вот прикинь, мы сейчас учимся в 9 классе. Потом мы его заканчиваем. Должны будем куда-то поступать, либо идти до 11. Если после 9, да, вообще без разницы, но в общем мы должны будем поступить в какой-нибудь колледж. Мы поступим. И снова будем учиться эти идиотские 5 или 6 лет. Потом будем работать. Всю жизнь будем работать. И потом будем зарабатывать на пенсию. А потом будет сама пенсия. Потом нужно будет создавать семью. Потом родятся эти идиотские дети, они тоже будут учиться. А что если я буду... Я училась ради того, чтобы зарабатывать деньги. Я заработаю деньги на этого ребенка. А он умрет, и что я буду делать? Деньги же просто в никуда уйдут. И то есть потом я буду работать, все, пенсия, и потом умирать, ну зачем, блин? Лучше бы обезьянами остались. Жизнь была бы интереснее намного, блин, чем эта учеба идиотская. Все мы глубоко несчастные дети нашей родной. Красиво и глупо на то.
забуд, но вся эта хуйня так же несерьезна, как уходящий год. Ведь я достаточно красива и глупа настолько, чтобы стать твоей звездой. Я достаточно красива и глупа настолько, чтобы быть твоей звездой. Я достаточно красива и глупа настолько, чтобы стать твоей звездой. Oh,
хорошо. Элина, 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 Элина. Ты меня снимаешь, да? Ты меня снимаешь, да? А ты, чё, а ты давно снимаешь? А ты, чё, а ты давно снимаешь? Хотя ты можешь заснять, как я красиво курю? Хотя ты можешь заснять, как я красиво курю? Я вот знаешь, что сейчас вот боюсь, блядь. Вот же, ну там, америкосы, блядь, там за них, нахуй, все вот эти вот там, хуй знает, кто там еще. Как бы они от этой америкосы не догадались, блядь, не собрали бы этих опять. Всех вояк-то. Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Это здесь, когда они вместе, этого орешка крепкого, блядь, кого там еще, нахуй. Ёбаный, вот, если их сейчас вот они додумаются собрать, то нам точно пизда нахуй. Полудохлая баба, первыми съедят мое говно цыгане. Слава Руси, с правой руки зигов скинуто. Сапоги по подмышке, мышки прокусили мешки с мукой. Теперь на твоем счету снова ноль. И вот наступает ночь, а с ней облом. Пришла голодовка, еблом, а не струганный стол. Потерла бытие, это потеря потерь, но приятно, как смерть во сне. Что такое любовь? Это слово из двух слогов и шести букв. И самый неприятный звук, похожий на му. Я себя ненавижу за то, что барыжу от имени. От имени Гитлера вас всех перенебут в труху. Не воспринимаю Москву из-за чурок. Саморазвратный причуды триумф. Человеческая суть наебнулась, поэтому молчу и чухаюсь. Ничуть не жалею пчелиную матку. Икшаю шершнями, не сплю ночами. У меня друг так лежал в психушке. Ты делаешь 50-50 на фоне того. А, нет, ты на фоне. Ты на фоне. Все рэперы становятся жирными к 30, поэтому ожирение любого МС предвосхитим. Этот одесский мотив, ты бы видел мой проститутский прикид. Вот тебе рэперская фишка, на микрофоне поющий хуишка. Фьючеринг хор адвентистов седьмого дня. Я праздную жизнь на работу променял и сразу хуй перестал стоять. Мы рабы рабов, этот хип-хоп затусился тебе прямо в попу. И кто-то теперь порван, а кто-то крутой, как Конан Варвар. Это гетто-воркаут из Самары. А вот представили, такой хуйни не было. Это закон у вас? Это законно отрел. Выстрел, наверное. Элен, ты проявили. Блин, ну шорты Версачи зачет в этом. Блин, ну шорты Версачи зачет в этом. Реально даже. Жалко. И гилить. Ну они, наверное, к харизме добавляют. А вот есть колонка? Ты поешь? Не. А вот есть колонка? Вот так. Ты, короче, ты должна тогда в камеру.
нужно перестать. Засру своими рифмами еще один бит. Разбил коленку, теперь там красуется бит. В венах кровь, а не винт. А раньше были спайсики для ван соли. Вертикальные кровати стоят у Коли. Если захочешь, уколи меня иглой. Я без денег, а значит я гой. Не продал свое худое тело и душу за инстаграм и суши. Ты только послушай, что мы несем, а несем мы чушь. Если не лох, распей с нами чекушку и закуси пряником с ушкой. Выйдут на улицу эмо-панки, бедовки, разный спрот. Хочу, чтобы гуф воскрес и опять запел грот. Чтобы отличать нормальных парней от колосьев. Если ты против, пососи мой член среди могучих сосен. Между сосен, где бегают экзибиционисты. Помнишь, как скакали под секс-пистол? Тогда все кричали, почувствуй нашу любовь. Ваня рисует каракули в своем блокнотике. Миша крупнее с каждым годом, он стал бегемотиком. Надо пойти в качалку, чтобы нарастить мышцы. Мы герои кнопок, ибо микрофоны анонисты. Рэперы, антифа, нацики и хипстеры. Все это фикции воображения твоего воспаленного мозга. Потому что тебя лупили мало в детстве розгами. Уже слишком поздно что-либо исправить, меня немного поправило. Если ты пидор и лох, нюхай порох. Пластмасс подарит мне на день рождения молотора. Вот тогда мы узнаем, кто сильнее, а кто не очень. Впали щеки и красные очи. Лето подари мне, как в том году ночи. Чтобы за вечер по угару альбом. Чтобы опоссума фристайл слышал весь дом. Юн едет автостопом по всей России. Видимо, он познал, в чем есть сила. Привет ансамблям, слушай экзорцистов и объединенная шлюха. Всем кидаю с правой братухи. Привет, как же упортому кудеснику. От него сейчас не слышно известий. Моему половищатому брату варежке привет, Таня. Буду практиковать фристайл, когда отдам ручку Тане. И осознаю, что и как в этом мире. Сижу в одного в пустой квартире и кричу в микрофон, как дурак. Давай вместе понюхаем клей или лак. Нашел 32 на спите и в кармане. Всем пока, удачи и процветания. И ставят раком население. Холод и морозы каждую зиму невывозимо. Безысходность — это когда ты гадишь в один горшок с рабочими из Средней Азии. Русский, не пей, а то станешь мразью. Мы живем на хате вшестером, как таджики. Это моя борьба, мужик. Моя борьба — это не великие войны или великие депрессии. Моя борьба — это навозная вонь и репрессии. Пивные пучи на лавочках и лесенках. Да эти обоссанные песенки, которые надоели со всей этой Аляской. Заебало каждый год дожидаться мая ласкового. Это нелепо, как гонки инвалидов в колясках. Бездомные сражаются за доступное жилье. В Кремле окопалось жулье. Мама подарит на ДРМ мне ружье, чтобы восстанавливать справедливость и раздать всем голодным бесплатные сливы. А бездомным раздельный санузел со сливом. Моя борьба, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя борьба, это нищебродство и путь бомжа. Моя борьба, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя борьба, это нищебродство и путь бомжа. Стоп!
152 конца и 100 на обед. Еще полтосик, взять пачку сигарет. После работы штакет, бля, кончился интернет. Недели через две оплачу, пока лавы нет. За хату отдал последние 8000. На дошираке не наешь пиздатые мышцы. Хули выебываться прессом, когда живешь нищий. Зато я много читаю и цитирую Ницше. Долбоебы подались в полицию за отпуск в Ницце и насилуют задержанных шампанским меж ягодиц. Моя борьба не идти на компромисс со своими принципами и хули на мастах принцы. Зато я вольный в принципе. Пить горе в стакане, толкать стаканы в розницу. Метариться вечно, как с унитазом колхозники. Зато никого не наебываю, живу с чистой совестью. Но я чувствую, скоро пиздец придет и я успокоюсь. Скажу покеда и поеду приморским партизанам. Или куда еще, для смертного нога не ступала. Успеть бы дать по ебалам всем, кто это заслуживает. Мы с нордических вес с Одином выпьем по кружечке. Помню, кричали на стадике и под пивко в падике. Помню, 9-й райотдел, день рождения Аника. Помню, сандали в садике, маячит лопата в армии. Моя борьба не позволит мне стать скрипшей падалью. Моя борьба, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя борьба. Сняли? Сняли. На видео, да? На видео. Сделай вот так. Я знаю, что. Вот так. Давай. Нет. Грустный, Мухан, сделай грустную кровь. Вот ты грустный. Саня, клип. Ты на гитаре, Мухан, на гитаре. Ты на гитаре умеешь играть? На гитаре сделай. На баяне, Мухаммед. На баяне. А на гармошке? На бубной. А на лыжах как будто то. А плывешь. Это ты диджей. Диджей как? Диджей вот так вот делай. А как будто ты солевой вот так. Минута славы. Моя игра. 98. Баста. Баста. 2-2-0-6. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра. Здесь правила одни и цель одна. Со мной все нормально, ну и что кровь из носа. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как играть. Все нормально, просто стало вдруг темно. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один сам по себе. А нет, дорами. Моя игра, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Улицы несут в себе боль, разочарование. Минуты страха, минуты отчаяния. Люди от боли без Бога сходят с ума. Но кто-то скажет равнодушно, такова судьба. Кто-то, играя в игру, забывает о правилах. И поздно понимает, что фортуна его оставила. Кто-то правила игры подстраивает под себя, чтобы победителем быть всегда. Куклы играют дяди с большими пушками. Связываются с ними, это не игрушки. Потому что школа, слово. Ты в этих них, чуть-чуть потому что школа, слово.
в игры, играю дома, там где тепло. Играю в шашки, в шахматы, там мы слабые домино, но в стране наша молитва. Она моя, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель одна. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь правила одни и цель. Когда каким он был тот день? Ни сквернословия, ни достойного. Вернется домой. Антошка, пойдем копать картошку. Тили-тили, это нам не задавали. Тили-тили проливали, это мы не приходили. Пара-пам-пам, пара-пам-пам. Тили-тили, пуру-пуру, траливали, пуру-пуру. Это мы не приходили, это нам не задавали. Пара-пам-пам. В этот день непогожий. В этот день непогожий. В этот день непогожий. Блять, как сбегут неуклюжие пешеходы по лужам. А вода по асфальту рекой. И не важно прохожим. В этот день непогожий. Почему я веселый такой? А я играю на гармошке. А гармошка, гармошка где? На визу. К сожалению, день рождения только раз в год.